Максим Заводин, Елена Германовна, Максим Ковтун. Ну ничего, посмотрим, чего ему хватит, чего ему не хватит. Сейчас посмотрим. Да, сейчас посмотрим. Все и узнаем. Ну, конечно, второй части, я думаю, что не хватит, хотя в первой части был Сальхов. Да, был Сальхов с ошибкой. С ошибкой, но с ошибкой, да. И был в падении Тулуп. Тулуп было страшное падение. Страшное падение, но докручено. Так, оценки. Оценки Ковтуну. 154-12. Да, на третьем месте остался. Ой-ой-ой-ой. Сколько он проиграл? Сколько он проиграл? Ну, сколько-сколько? Ну, он проиграл. Проиграл Алексею Быченко 35 сотых. Представляете, как обидно. 35 сотых уступил Алексею Быченко. А что ему обидно? Он раз так катался? Это где не ему не обидно, Елена Германовна обидно. Ему тоже должно быть обидно. Каждый должен делать выводы. Флоран встает. Вот кому обидно. Флоран. Вот кому обидно. Вот кому обидно, да. Это точно. Ну, тоже по два года не будет пропускать.